для нас важен и важный для быстро растущей экономики Индии, которая требует больше и больше вопросов, связанных с развитием энергетики, не только нефтяной, газовой, но и также всех видов энергетики, и в том числе тех промышленностей, продуктов, которые связаны с этой отраслью, с глубокой ее переработкой. Поэтому я уверен, что мы, наше вот направление энергетики будет главным драйвером роста и должно быть главным драйвером роста увеличения наших торговых отношений. Всего вам самого хорошего, удачи и пожелаем нам вот удачи в достижении нового таргета, который наш друг обозначил. Спасибо большое.